именно ты ему все-таки сказал. Господи, Костян. Да вы что, вы же меня знаете. Я же ради вас под пулю вставал. Вы что, я бы никогда никого не сдал. Костя, эта программа называла наши имена все. Его глаза не видел. Он страшнее, чем ты, Кэп. Что теперь с моими родными будет? Что теперь с нами будет? Ты бы лучше об этом думал. Мы твоя родня. Ты рухнул совсем. Знаешь, что дальше было бы? В смысле? В смысле? Мы на краю пропасти были. Не знаешь, что с киллерами бывает? Их убирают. В конце концов, он послал бы нас туда, где спецназ бы нас и накрыл. Как ты мог мне сказать, что нас используют чекисты? А?